Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Буква «Не» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Они всегда хотят добиваться уважения и любовь окружающих. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. С одной стороны, и владельцев этого имени знают как людей, ответственно и серьезно относящихся к жизни. С другой же, они тянутся к путешествиям, неупорядоченному существованию. Большинство из этих людей руководствуются своими собственными нормами поведения. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание. Проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Человеку с буквы «К» в имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Умеет достигать поставленных целей. Астрологи рекомендуют им быть более сдержанными в суждениях. Значение буквы в этом имени символизирует чувство превосходства, говорит о самовлюбленности, стремлении завоевать всеобщую любовь, уважение и признание. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Покровительство воинственного бога Марса дает этим людям прекрасные бойцовские качества и сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Этим людям важно, чтобы окружающие признавали их авторитет, с уважением относились к ним. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.